Опубликован трейлер исторической драмы «Крутые 1918». В фильме рассказывается о сражении на железнодорожной станции «Крутые», а также о любовном треугольнике. Вышел новый трейлер исторической драмы «Крутые 1918» Алексея Шапарева. Видео в среду, 11 июля, были опубликованы на YouTube странице BH Film Distribution Company. В ленте рассказывается о сражении на железнодорожной станции «Крутые». На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. С приходом большевиков в Киев город наполняется красными агентами. Правительство ОНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. 400 юношей, среди которых Андрей и Алексей, встают против 4000-го хорошо вооруженного войска. Ранее был опубликован официальный трейлер украинского фильма Танина Ебрева «Герой моего времени». Также студия Дисней опубликовала новый трейлер приключенческой ленты «Кристофер Робин» режиссера Марка Фостера. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.